На этой выставке я представила 4 свои лучшие работы. Ну а в номинации декоративно-прикладного искусства одно из моих творений по произведению Чингиза Айтматова «Манкурт» заняло 1-е место. Скульптуру я сделала из огнеупорной белой глины. Над ней я работала 2,5 месяца. И на сегодняшний день можно встретить людей, которые схожи с героями этого великого писателя. К примеру, Манкурт. Потому, как вы сами видите, скульптуру я сделала в форме человека. Голова специально сделана из твердого камня, что показывает каменное сердце Манкурта. Я очень старалась показать своей работой произведение Айтматова, которое близко мне по душе. Я рисую Айтматова во второй раз. На конкурсе участвуют свыше 70 творческих личностей, которые в своих работах хотели показать богатый мир этого великого писателя. Кто-то сделал скульптуру Айтматова или же его персонажей. Кто-то связал картину из ниток, а я написал портрет Чингиза Айтматова. Закончил его в течение 2 недель. Как вы сами видите, позади него нарисован его целый мир, символы некоторых его произведений. Гора Хан-Тинир, на ней ранние журавли, красное яблоко, Бугуэне. Данная работа завоевала 3-е место в номинации «Живопись». Я очень рад. Как вы знаете, 2018 год объявлен указом президента и постановлением правительства годом посвящения и празднования 90-летия великого писателя Чингиза Айтматова. И одно из самых значимых из них – это вот сегодняшний конкурс «Выставка». Это мероприятие мы провели в течение 5 месяцев оно было организовано. Вначале мы объявили конкурс среди молодых художников, среди студентов, среди аспирантов, среди начинающих даже учеников. Поступило очень много работ, была создана большая авторитетная комиссия. И кроме того, самым большим достижением, вот я считаю, этой большой работы является, сегодня мы презентуем каталог избранных работ молодых художников, плюс туда войдут еще работы, которые были в фонде музея Гапара Итиева советских времен. Я увидела такие работы, которые свидетельствуют о том, что авторы читали и глубоко понимали идею произведения, идеи образов его. Мне очень понравилось, и я хочу сказать, что изобразительное искусство развивается в нашей республике, и я рада, что произведения моего брата подталкивают этих молодых художников. Там есть даже картинки, рисунки учеников, вот, к тому, чтобы они пробовали себя в изобразительном искусстве.